Друзья, доброе утро. Доброе утро, уважаемые телезрители. Мы сейчас находимся в Доме искусств. И сегодня здесь стартует очень атмосферное мероприятие «Зима в Доме искусств» и третий рождественский арт-салон. Неспроста рядом со мной сейчас находится диапроектор, диафильмы и очень интересный мужчина, а именно Дмитрий Васинович, участник этого мероприятия. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, почему у вас в руках находятся пленочки? Да, Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, красноярцы. Действительно, у меня находятся пленочки. Это чудо в коробочке, настоящие фильмы, диафильмы из нашего детства, из моего детства точно. И диафильмы 50-х годов нашли сотрудники Дома искусств и решили такую интересную создать штуку, как мероприятие, на котором эти диафильмы будут озвучены. Я буду стараться озвучивать на разные голоса героев и завтра, естественно, текст. Но будет еще и музыкальное сопровождение. Композитор Андрей Лукьянец на рояле будет исполнять собственные произведения, которые будут погружать всех присутствующих в атмосферу этих замечательных фильмов. У нас в меню «Иван Царевич и Серый Волк», сказка о рыбаке и рыбке Александра Сергеевича Пушкина и просто потрясающая волковская «Волшебник изумрудного города», который все любили. Я в детстве очень, очень мечтал о таком диапроекторе, у меня его не было, мы ходили к сестре смотреть. А сейчас буду свою мечту осуществлять и всех приглашаю к нам присоединиться. Отлично, Дмитрий, спасибо огромное, очень интересное мероприятие. А Елена сейчас расскажет о других мероприятиях, которые тоже будут здесь проходить в Доме искусств, а именно можно купить, например, какие-то интересные подарки, если вы еще пока этого не сделали. А что за подарки можно будет купить? Выставка-продажа «Рождественский арт-салон» – это кладезь радости и волшебства, потому что все, что здесь продается, это сделали наши красноярские художники. Здесь и куклы, и керамика, и живопись. И действительно можно подобрать на любой вкус, под любое настроение и любимому человеку, и маме, и коллегам подарок такой, которого ни у кого не будет. Отлично. Я, например, уже вижу, здесь есть такие миленькие маленькие тигрята для любителей хендмейд. Я думаю, что очень хороший вариант. Можно его, например, подвесить и на елочку. Как-то украсить. Более большой подарок им. Действительно. А еще на елочку можно будет разрисовать такой шарик. И наши красноярские художники вам в этом обязательно помогут. А еще помогут, например, нарисовать какой-то рождественский комикс. Да, у нас запланировано достаточное количество мастер-классов. И в том числе Рождество и комиксы. То есть дети со взрослыми смогут прийти в виде такой книжечки оформить какую-то свою волшебную историю, которую они хотят рассказать бабушкам, дедушкам, а может быть и друзьям. И забрать с удовольствием с собой это домой. Отлично. Елена, спасибо вам огромное. Друзья, всю информацию о мастер-классах, о интересных событиях смотрите на Доме искусств на этом сайте. Я вам советую, например, сходить на каток возле БКЗ, а потом приходить сюда за интересной атмосферой Нового года. Пока, коллеги, передаю вам привет и передаю вам слово, на какой мастер-класс вы хотели бы сходить. И вообще, был ли у вас в детстве такой диафильм дома? Может, он у вас вообще там еще до сих пор остался?